Всем финальной части чемпионата Европы, дорогие друзья. С вами, как обычно, FIFA прогноз и ведущий Роман Принсков, Игорь Белоногов. Игорь, здорово. Приветствую. Ну что ж, 1/4 финала вот уже стучится. Прям стучится. Хочет уже, чтобы ее сыграли. Какими командами будем сегодня играть? Ну, играем мы, наверное, самую интересную пару четвертьфинальной стадии. Это сборные Бельгии и Италии. Пока, наверное, ну, самые яркие, что ли, две команды этого турнира сходятся. Ну, конечно, жалко, что он такой ранней стадии, но все-таки дарит нам четвертьфинал такой вот интересный, захватывающий матч. Да. Да, по коэффициенту посмотрим, что у нас здесь предлагают. Предлагают нам то, что Италия все-таки фаворит в этом матче. От 2.35 до 2.45 коэффициента. У Бельгии коэффициенты побольше. 3.34, 3.40, 3.50. На ничью 3.14 и 3.20. Вот примерно такие значения. Как думаешь, почему так? Хотя Италия в последнем матче, ну, с Австрией тяжеловато она смотрелась, конечно. Тяжело ей было играть. Ну, до этого она показывала себя лучше всех, наверное, на этом Евро. Возможно, из-за этого так больше в нее верят, что ли, букмекеры, нежели в бельгийцев. Хотя все больше верили в группу F. Безусловно. Смерти, но из этой группы никто в 1/4 финала не оказался. Зато вот из группы E, например, вышла только сборная Украины, которая со шведами очень интересно сыграла. Но сейчас матч этой стадии — это Италия против Бельгии на Альянс-арене в Мюнхене. Так что давайте смотреть, модулировать. Короче, поехали. Четвертьфинал чемпионата Европы. Понеслась. Так, ну что, понеслась. Бельгия начинает. Итальянцы выигрывают. Теперь такая поговорка, да? Да. Отлично. И добить! Ой-ой-ой-ой! Фух, так, повезло. Есть первый кандидат на замену, походу. Дрис Мертенс. Не доходит. Не доходит пока что у тебя мячи. Но зато в прессинге хорошо. Может быть... Дрис что-то придумает. Ой, ой. Ох. И еще разок. В духе Сафонова сейчас вытащил мяч Донна. И вот так еще можно. Но это уже слишком, да. Слишком просто. Ну, получится или не получится? Не получится. Нет, не получилось. Первый тайм со счетом 0-0 у нас заканчивается. В принципе, абсолютно равная игра. Хотя по ударам и по ударам в створ ты меня перестрелял. Но все равно команды идут нога об ногу, рука об руку, вместе и до серии пенальти по ходу дела. Поехали, второй тайм. Не забивай, ну пож... Ой-о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 й! Что? Момент спасен. Да. А чё этот не побежали там смотреть, там все остальное? Такую, Локотели. На часики. Локотели! Удар! Еще удар! А, ну, а куда же еще отскоки? Есть, конечно. Есть все-таки Италия забивает на 61-й минуте, да. Первый гол. Мануэль Локотели делает. 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 То, делает. Что не делает, вот да. Кто там у бельгийцев бил-то? Мертенс, Лукаку. Там кто-то был невысокий, да, наверное, это был Мертенс опять, очередной момент. Он запорол свой. Перехват какой все-таки получается у итальянцев-то, а? Ты смотри. Да что ж такое-то начинается? Ты смотри, Инсинье, удар и 2-0. Угу. Очень вовремя. Вышел, получил передачку и сделал счет 2-0. Ну и заменка пошла у тебя. Караско ушел, кто вместо него? Некий Доку. Ну вот сейчас. Да, так, ладно. Все-таки один есть. Ладно. Все-таки один есть. Доку причем. Да, заменка сработала. Так, ну что, тогда уж совсем рискуем. Ну ладно, мы делаем так. Показываем самый интересный футбол. Ну давай, давай, получится, не получится. О, перевести вижу, игру. Вижу, 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 вижу. Надо успеть остановить. Фу! Да на Рума. Рума, Рума. О, давай. Пришел Куртуа некий. Давай, Куртуа. Закинь, закинь! Да! Да? Да. Отлично. Угу. Вот так вот. Ага, то есть планировали мы закончить матч сейчас, но сейчас не закончим, потому что впереди
Дополнительные таймы по 15 минут, так что давай сразу к ним и перейдем. Давай. Про пенальти ты как раз же заикнулся. Mm-hmm. Ну, в общем, такой матч можно и 120 минут посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ошибка. О, у тебя тоже там этот путь Иисуса какой-то. Ох, повезло, повезло. Почему Лукаку? Не, Мертенса мне предложите, пожалуйста. Так, мне Верати предлагают. Ну ладно, Марк, давай, выходи. Сломать. Опа, успел. Отличный подкат, просто 10 из 10. Ну! Ну! Блин, кто это там был? А, это Барелла был, ну ладно. Он немножечко уже уставший, скорее всего. Игра какой Ты куда? Не в ту сторону. Ой, опа. Ой. Опа, Верати, свеженький. Это было интересно сейчас. 80% моментов. Полумомент получается, да? Угу. Так, вот туда вперед, Флоренци. Вернее, обратно на Кьезу. Так, а теперь в лучших традициях сборной Украины. На последних минутах. Перед серией пенальти надо забивать. Чего? Фух, как это повезло-то все-таки. И все, у нас экстра таймы-то вышли. Да. Закончились. Теперь давай серию пенальти. Так, у меня Мертенс и Де Брюйне не бьют. Угу. У меня это самое. Не, у меня все бьют. Так, ну что ж. Фух. Бельгийцы первые. Как бы вторая серия пенальти получается на турнире, да? Угу. Так. Ой. Угол угадан, но не успели. Ну не успели. Хорошо. Так, Иммобили. Иммобили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прочитано. То, что сборная Италии может вылететь из-за серии пенальти? Нет, нет, не должно так быть. Не должно так быть, да что ж такое. Отлично. Так, ну. Давай. Ну давай, вот, по центру. Пацаны, если не уверены, то бейте по центру. Просто насладитесь этим моментом. Так, 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 так. Да чтоб тебя. Три удара подряд в один и тот же угол. Нет, первый не влево. И оп, есть. Синие. Так, ну давай. Давай, 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 давай! Да чтоб, да хватит туда бить! Так, по сути, решающий получается, да? А, ну... Ну нет. Да, а, нет, ну... решающий получается. Я сейчас не забиваю. Я все-таки забиваю, и продолжается еще. Вот теперь вот, вот решающий. Так. Мертенс. Мне интересно, куда ты ударишь? Просто куда ты можешь ударить? Наверное, сюда. Да ну что! Стоп тебя! Ой. Набил я Мертенса всю игру, а в итоге он, получается, победу мне и принес. Да, блин, это очень обидно на самом деле. Ой, мне хочется, чтобы сборная Италии вылетала с чемпионата Европы. В 1/4. Да, хочется, чтобы они взяли все-таки трофей, потому что достойные ребята. Так, 2-2 в основное время, по пенальти 5-3. Сборная Бельгии все-таки выигрывает в этом матче. Как тебе такой исход? Он реален или нереален? Ну, вполне себе. Потому что ничья в основное время, абсолютно равная игра. И, ну, такие игры, мне кажется, по пенальти должны заканчиваться. Потому что это плей-офф чемпионата Европы. Хочется намного подольше больше... Подольше посмотреть. Да, 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 абсолютно так. 120 минут классного футбола. Вот то, что бельгийцы будут так жестко отыгрываться с 0-2, ну... Вот в это уже меньше верится. Но, хоть... но все равно могут. Да, но опять же, для интриги это еще круче будет. Да. Опять же. Ну посмотрим. Это уже получается 2 числа, хотя сегодня уже 2 получается, они же играют. Да? Угу. Сразу после нашего просмотра смотрим и этот матч. Игорь Белоногов. И Роман Полинсков. Для вас ведет эту программу. Еще увидимся. До скорых встреч. Впереди уже финал чемпионата Европы.